и примерно топологию этой гигантской печатной платы. Чипы 5G ноги отключают. Хотят скрыть правду от нас. Кнопку для управления сетями 5G. Пси-излучение воздействует на меня. Это все 5G глушилки. Точно, точно. Они сейчас тебя заразят коронавирусом и высосят твой мозг через залупу, блядь. Вот уверен, что вот на этом пятачке даже монета есть, блядь. Да и отцепи с дороги, наверное, строили прямо из этих. Из костей монголов. Нет, не из костей, они строили. Подержи, я притяну штаны. Господи. Надо было брать все-таки ремень. Я должен сдерживаться. Это мука, да? Пси-излучение воздействует на меня. Саня станцевал танец живота. Это космические эти лучи. Действуют, да, на мой живот. А 5G как раз они их еще сильнее усиливают и вместе с ним передают коронавирус. Господи. Ты проверил бутылку? Там нет чипов? Не знаю, тут может быть под этикеткой. Они же сказали, что эти чипы 5-нанометровые, блядь. Господи, ты мог выпить чип и уже чипироваться. 5G волн. Что ты чувствуешь? 5G волны давят на меня. Смотрите, я это вон теряю крест. Силы, меня, сука, это. Вакцины инфицируют, чипы вводят прямо через магнитные поля вот этой лэб, бля. Нет, не через этот, а вот смотри. А, да, вон да. Вон излучатель стоит. Купола, бля, тоже излучают. А тут они добывают электричество. Они же неспроста золотые. Золото это охуительный токопроводник, токопроводник. А еще и газ, блядь, труба через всю страну, блядь. Распространяет эта сеть. Че, ставь лайк, если бы залез туда. Бля, монголы залазили. Да, в полном вооружении еще и Рязань сожгли. Сжечь успели, бля. Зимой, да. Такие вот монголы. Не то что Саня. Я же не монгол. У тебя просто нету низкой лошади. А, с шипованными подковами, бля. Низкий пегас радует глаз. Ну, мне зачем с реки нападать? Почему, блядь, не обойти и вот тут вот не полезть? Тут же лезть меньше, блядь. Наверное, потому что старую Рязань уничтожили атланты своими хуями. Бля, вот эта вот опора, она чё, блядь? Она стоит на охраняемой территории или уже нет? Нет, по-моему, охраняемая, только вал. Ну так можно вот по этой хуйне ходить, блядь, тогда получается спокойно. Мне кажется, тебе все равно дадут пизда, они хотят скрыть правду от нас. Но мы ее все равно узнаем. Мы узнаем ее, вам покажем, да. Изображение двух направленных диодов. Кстати, да, AC-DC, перемены постоянно. Подойдем сейчас поближе. Очень страшно. Господи, Сань, я, по-моему, обосрался. Вот, видите, они строят подобие пирамиды. Ну да. Видишь, изображение диода. Два диода, направленных друг на друга. Непонятно. То есть, блядь, с этих двух концов они могут снимать уже электричество. Антенна, там антенна. Просто железо внутри. Какое железо-то что? Золото, блядь? Ну, просто как? Золото, а сверху дерево. Я примитивный, думаю, что для железо. Глаз. На самом деле, не знаю, там какой-нибудь вольфрам сверхпроводимый. Чтобы, если что, вот этот крест, он тоже 5G излучает. Прям сильно, сильное ощущение у меня, сильная вибрация, когда я к нему подошел. Это как шлейф на месте стоянки. Поля начали копать, они были под землей. И по этим шлейфам, смотри, у них такие вот проводочки. Ну да, вот когда ты карточку метро вскрываешь, там вот эта вот такая быть, да. Завитушка. Что планета, это может быть огромный чип 8 или 9G. Алкоголь, он блокирует чакры, космические излучения. Чтобы вы не узнали правду, но если вы приходите в такие места, надо обязательно напиваться. Он как бы блокирует все, и информационные волны, если на вас идет атака из космоса, тоже. И мозговые. Поэтому Саня защитился, а я, к сожалению, за рулем, и я не защитился. Так что ставь лайк за риск. Ставь лайк. Саня вот сейчас, походу, еще это будет защищаться. Я показываю, не делайте так, если вам не грозит космическое пси-излучение. Уже в те времена, вот видишь, в земле, мы ничего не врем. Вот, лежит в земле бутылка, блядь. Это зелье, у них тоже был защит. Может, у монголы, когда штурмовали, они тоже шли сюда с защитным зельем. Просто, а вот там, вот, видишь, до сих пор следы от монголов остались. Как раз он, смотрите, он по ширине, как конь монголь. Господи. Все сходится, блядь. Что нам делать? Все так сходится. Шикарно. Ну вот, опять же, смотри, здесь же все историческое, пиздец, как, да? Это 13 век, правильно? 13 век. Осколки, блядь, бутылок. Защитные зелья.
этого рязанского пива, блядь. Древнее, старое рязанское пиво. Вот тут еще, смотри, какие. Но это та же самая бутылка, видишь? Из-под жигулевского рязанского. Вон опять вышка какая-то сатанинская. Они светятся то здесь, то там. Походу, ну правильно, сейчас... нас пытаются облучить. То с одной стороны, вот у тебя ободок, у меня... У тебя ободок как-то защищен. У тебя ободок с одной стороны на голове, блядь. Они, видишь, облучили, просто попробовали. Просто нас затыкают. Не получилось. А у меня универсальная, блядь, средство. Защита. Он блокировал любое мыслительное воздействие. Нас можно уничтожить только физически, но сейчас вокруг много людей, и они не будут этого делать, не будут да, из земли. Они дождутся ночи, суки. Выходить в конфронтацию. Я, конечно, тоже приду домой сейчас, и сразу же, как только приду, я понимаю, что у меня на ободке накоплено очень много излучения, чтобы оно меня не попало. Я вот сверхдозу защитного зелья приму, чтобы тоже, если какие-то частички вот этого воздействия, которые на ободке остались, пытались меня проникнуть в следующие дни, чтобы я был от них защищен. При этом, при всем ободок заброшу, нахуй. Куда-нибудь пускай он дальше накоплено отдает, блядь. Я, конечно, не хотел говорить это на камеру, но знаю я некоторых людей, вот мы там видели с вами саркофаги, вот которые такие же саркофаги строят, я думаю, я им этот ободок отдам, они закопают его, погребут. Все-таки излучение большое тут. Видишь крышу дома? Ну, вижу. Не равнобедренный треугольник, чтобы волны 5G, которые... Это призма, наверное. Смотри, линия электропередач идет. Вот она идет. И как раз она попадает на крышу под правильным углом, блядь. И он его... Это, наверное, какой-то, да, из маяков космических. Или наоборот, да, приемник. Да, да, да. Из космоса вот в эту часть крыши, а потом он уже... Плоско распространяет ее на все приемники здесь, заброшенный дом. Видишь, окон нет, блядь, крыша, блядь, охуенно. Антенна, смотри, стоит, заброшенный дом. Антенна, что, смотри, стоит, блядь, с севера на юг. Пиздец. Это неспроста, блядь. Зачем вот заброшенный дом и антенна новенькая? Смотри, расстояние между, блядь, концами креста какое примерно? Метра полтора? Единица делить на полтора. Да-да-да, вот что-то в этом. Частота Билла Гейтса, блядь. Вот эти вот 5G, это излучатель. Да, он замаскирован просто под разрушенный дом, блядь. Смотри, птица, это... Она, да как... это дрон-разведчик, ёпта, ты не можешь отличить обыкновенного, блядь, сокола от дрона-разведчика. Я говорю тем, кто ничего не понимает, что вот, казалось бы, да? Ёб твою мать, здесь, блядь, запретная, закрытая территория, здесь все охраняется, блядь. Ты думаешь, вот это дома обычных, блядь, горожан, сельскохозяйственников? Хуй там, это, блядь, они распахивают, блядь, чтобы шлейфы, чтобы лучше, блядь, электропередача была, и сами охраняют, блядь, с лазерными винтовками. Блядь. И на каждый вот, на каждом доме, попали. Смотри, либо железная крыша, либо железный дымоход, это, блядь, распространяют волны 5G. Четыре отверстия. Четыре, сколько? Второй крест, он просто утерян. Четыре, это сколько будет? Это 8. Это яйца. 8G, они 8G, значит, использовали. Калибровались вот по той вышке, она уже не... Ну правильно, нам уже мозги все выжгло, мы, блядь, не помним, что было. Нас увидели. Нам переменили память, мы не помним то, что было 3 минуты назад. Господи, мы сейчас вернемся к машине. А прошло уже 200 лет, блядь. А прошло уже 200 лет, да. А здесь 100 пудов стоят капканы. 5G капканы. Да-да-да. А, господи, она что-то наступила, меня прям чипировали. На зубах капкана, блядь, микрораспыленные. Чувствую, надо прям коронавирусом заразиться. Прям на каждом чипе стоит подпись «Билл Гейтс». Ужасно, лично сам подписывает, заряжает. Что это? Это, блядь, зона 5G. Наверное, тут стоял приемник. Тут вот тороид по нему передавался. Из полиэтилена, блядь. Излучение. Не из полиэтилена, там же, блядь, 5 нанометров. 5-нанометровый тороид. Что, не видел никогда таких? У меня в айфоне такой. Да хотя бы горшки-то древние посмотреть, бля. Блядь, то же самое, что я и на полях нахожу, бля. А чего они черепки не собирают, бля? Они ищут что-то другое. Они ищут кнопку для управления сетями 5G. 6G. Они работают наперед. Но если тут было 8G, как мы выяснили. Выяснили, только правду вам говорим. Своими глазами все, видимо, вам показываем. Во-во-во. А чувак с перевернутым велосипедом, он просто нашел подход, блядь.
Механическим способом же можно на радиоволны воздействовать, блядь. Перевернутый велосипед, именно какой-нибудь там дешевый китайский стелс для этого подходит. Он рубит волну 5G, он защищается от нее. Нам надо обложиться велосипедами и начать крутить колеса. Именно китайскими стелсами. Мы выживем тогда. Как же они хуёво работают, блядь. Они не работают, они ищут. Видишь, они знают примерно размер кнопки и примерно топологию этой гигантской печатной платы, которая под членом Атланты лежала. И вот они, вот этот резистор был, вот тот, смотри, конденсатор пленочный. А вот это вот тороидик маленький, катушечка. Да-да, видишь, его специально, его вот... специально палкой закрыли. Нет-нет, это ключ. Как на схемах рисуется ключ с палочкой. Наверное. Давай, спускайся. Сейчас все вам покажем, ничего не придумываем. Вот ты мне хочешь сказать, что вот это вот они вырыли лопаткой, блядь? Атланты нет, я считаю, что они это пипичками копали. А я буду жрать майонез прямо из пачки. Чтобы защититься? Да. Хочешь свои сосуды изнутри обложить? Майонез белый, видишь? Астория с грибами, она белая. А река черная была, вы видели? Значит, есть диоксид титана. Титан – это один из самых тугоплавких материалов на Земле. В общем, сейчас Саня зарядится диоксидом титана, ему вообще ничего не будет страшно. Интересно, это будет законно? Это законно было? На меня воздействует какая-то сила. Пальцем. Да хватит! Я просто наделся хуяк, блядь, и какой-нибудь золотой монитос подцеплю, блядь. Да у тебя же, ты же выпил зелье защиты. Я чувствую лучи 5G, они не пытаются остановить меня. Я не понимаю, что я сейчас что-то узнаю. Это тот самый суперконденсатор. Отсюда просто огромный такой 200-литровый конденсатор в виде 200-литровой бочки вырыли, блядь. И теперь в офисе Билла Гейтса собирают всю вот эту установку, из элементов которых вот выкопали отсюда. Саня думает, что да, это действительно гигантские элементы, чтобы построить гигантский 5G излучатель. Мы показываем то, что видим. Я, блядь, ни за что не поверю, что вот это сделали археологи. Ты смотри, какие ровные. Мы сейчас современная даже промышленность не может сделать такую ровную дырку в земле. Что ты думаешь про это? Я думаю, что Билл Гейтс разработал специально такую штуку, которая в землю вставляется над элементом нужным. Она такая чик, и лазером прям загребает этот элемент и увозит прямиком в офис Билла Гейтса. Это, наверное, так и есть. Это неземные технологии. Прям ровные края. Несмотря что на же? То, что этот человек требует, жертвует каждый раз, блядь, каждый год миллиарды нахуй на благотворительность и на излечение людей. Смотри, это закрыто сеткой Фарадея, тут что-то да, есть. Чтобы сети 5, чтобы сейчас вот 5G вводят, чтобы она не смогла разрушить элементы сетей восьмого поколения, блядь. Тут вообще не... Тут еще не выкопали. Знаю. Если тут просто так вот я хожу, и на меня уже идет какое-то пси-воздействие, то что здесь будет с обычным человеком? У я тебя же есть защитный ободок. Защитный, я не могу его снять. Вот смотрите, ободок у меня защитный. Только благодаря нему я еще жив. А я только благодаря гаражу. А Саня... И диоксиду титана из майонеза. Принимает диоксид титана, его сосуды изнутри сковываются в прочную структуру кристаллическую, а гараж служит лекарством, которое блокирует все космические эти волнения. А там, блядь, находится свинобойня, блядь. Ты туда заходишь в ворота, тебя током хуяк разделывают на обед рептилоидом, блядь. У тебя в костях золото содержится немножко. Ну да. Наверное. У меня и в крови золото есть. Нас как скот выводит, получается, видите? Официальные историки, что вы на это скажете? Вот я залезть не могу, а монголы залезли. Я же говорил, что выбираться из этой гравитационной воронки, блядь, будет пиздец как сложно. На Саню воздействует. Из этого, да у меня давит все. Антидот давит. Гравитация. Тут даже, сука, электроны на тебя давить начинают. А почему я не умираю? Потому что я качаю бицепс. А я что, хуйню страдаю? Ну ладно, мы оба качаем бицепс. Аж вибрирует от чипов. Я просто, да, чипов дохуя. Блять, сука! О, чипы 5G ноги отключают. Прямо огнем горят, я их еле контролирую. Все, защита уже не работает, блять. Черепную коробку ломит, что аж охуеть можно. У тебя кончилось защитное зелье? Да нет, зелье-то не кончилось, блядь. Ну, прими еще. Просто нужно концентрацию зелья повышать.